Play. Спасибо за подписочку, мой дорогой. Так, подождите. Что там Калориш написал? Как относится к тому, что после богомолика секс отрывает голову богомола? Это матриархат или полноценный патриархат? Чувак, это просто такая штука. Это животные, которые эволюционировали таким образом, чтобы выживать. Нет смысла в жизни. Животные не верят в Бога, поэтому у них основные инстинкты — это размножиться. А что самцу нужно? Кончил и сдох. Заебись. Ну, как бы, люди-то очень часто таким образом живут, поэтому...